Отдохнуть как на курорте, при этом не выезжая за пределы Йошкар-Олы и совсем немного потратив на восстановление своего здоровья. Специалисты физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник» разработали оздоровительный курс, который поможет набраться сил. Подробности в нашем сюжете. Краткосрочный отпуск с эффективной пользой для здоровья. Малоподвижная офисная работа и частое передвижение на автомобиле – как итог, недостаток физических нагрузок, столь необходимых для организма. Александр Захаров, сотрудник одной из крупных республиканских организаций, столкнулся именно с этой проблемой. Именно поэтому он и принял решение комплексно и за короткое время пройти оздоровительный курс в ФОК «Политехник». Я выбрал оздоровительную программу «Форсаж». В нее входит большой спектр оздоровительных услуг. Тут и фитосауна, и тренажерный зал. Здесь также есть жемчужные, йодобромные ванны, фитобар. И вот такие оздоровительные программы, они очень помогают. Тем более, когда это без отрыва от производства, то есть я могу либо вечером после работы прийти позаниматься, либо вот как сейчас я взял отпуск краткосрочный. Так как я участвую в 8-дневной оздоровительной программе, то есть 8 дней мне, я думаю, будет вполне достаточно, тем более эффект я уже ощущаю на себе. Оздоровительный комплекс «Политехник» в начале марта подготовил для своих посетителей новые оздоровительные программы, рассчитанные на 8-дневный курс. Названия программ говорят сами за себя. Зарядить энергией, бодрость, свежесть утра, форсаж, омоложение. Основной принцип оздоровительных программ – это профилактика и восстановление жизненно важных функций, повышение иммунитета и тонуса организма. Мы предлагаем несколько таких программ, рассчитанных на 8 посещений. Это очень удобно, выгодно в плане экономическом, что не нужно далеко куда-то ездить, тратить большие средства. Поэтому мы вот этот набор предлагаем, и уже активно нас посещают многие граждане и всех возрастов. Одной из основных составляющих каждой из этих оздоровительных программ является посещение абсолютно новой жемчужной ванны с аэро- и гидромассажем, дополненной хроматерапией, то есть многоцветной подсветкой. Она очень хорошо расслабляет организм, она улучшает кровоток, снимает отеки при всевозможных нарушениях нервного характера. Ядобромная, хвойная, соляная. Сразу три полезные для организма ванны в шаге от 25-метрового бассейна. Специалисты говорят, 10-20 минут в такой воде, и вы как новенький. Еще одна гордость физкультурно-оздоровительного комплекса – соляная микроклиматическая палата. Пол, стены, потолок. Полезный микроклимат в ней создается благодаря калийным солям Верхнекамского месторождения Западного Урала. Для восстановления и профилактики опорно-двигательной системы – массаж стоп, лимфодренажные сапожки – пояс и 4-секционная манжета для рук. Что примечательно, возможности Центра профилактики и восстановления физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник» настолько обширны, что ими активно пользуются даже спортсмены для достижения новых результатов и побед в соревнованиях. Важно, что вся эта инфраструктура доступна не только студентам и сотрудникам «Волготеха», но и всем жителям республики. Режим работы удобен даже для очень деловых людей с 6 утра и до 22 вечера. Будьте успешны и здоровы вместе с ФОК «Политехник».